Доброе утро, добрый день, мои дорогие. Пойдем послушаем недовольных продавщиц. Я иду на рынок центральный. Никого нет. На Армянской. Всех прогнали, даже с этой дорожки прогнали. С обоих сторон. Спортсмен. Всех прогнали. Это ж надо такое, да? Давно не было. Они целую неделю гоняют с понедельника. Женщина носочки продает. А в субботу, воскресенье, ну куда деваться? Все равно народ, может быть, ну вчера тоже, наверное, никого не было, потому что дождь целый день лил. Это я еще умудрилась приехать к российскому посольству. Вот. Вчера точно никого не было, может, даже и рынок был закрыт. А сегодня вроде погода нормальная, все наладилось. Значит, всех погнали. А, вон полиция стоит. Я это даже не вижу. Смотрю по сторонам. Только не туда, куда надо. Полиция штрафует. Идемте вместе со мной, пройдемся. Может, немножко подешевели овощи и фрукты. Сейчас мы проверим. Ой, боже мой, бедный мужчина. Так, пропускает, что ли? Туда ниже спущусь. Ждет. Тоже там, смотрю, ходит каждую неделю на рынок. Видео выкладывает. Ну, что делать? Тоже семена продают. Так, сейчас посмотрим. Тоже там не разрешает. Разрешение. У всех надо разрешение спрашивать. Ну, 35 лет. Это коробочка, наверное, 35 лет. А, это 50. Ну что, разная, наверное, да? Клубника. Даже не знаю сорта. Это какой сорт этой клубники по 50? Как, ну, как она называется? А? Как называется эта клубника? Виктория. А та? То же самое. Это как будто как помельче, это крупнее. Это такая крупная тоже Виктория. Так, мандарины 27, помидоры 20. Редиска почем? 15 почем. А можно взять вот так здесь? Больше вес. Так. А петрушка? 7 лет пучок. А капуста молдавская наша? Или нет еще? Румынская. Румынская, да? Да. 27 лет. Уже капуста румынская есть. Ой, ругаются, боже мой. Потом.
А капуста чья? Капуста. Македония. Македония? Македония. Огурцы молдавские. Македония, капуста зеленая. А в прошлый раз мне здесь не разрешили снимать. Девушка, не знаю. Не захотели. Все, спасибо, хорошего дня. Так, мы 50 оставим, да? И огурцы? Редиска 42, капуста 27. Хочу салатик сделать. А чьи эти огурцы? Испанский. Испанский, да? А итальянский нет? В магазинах, кажется, итальянский. Испанский длинный, итальянский мелкий. Нет, есть и итальянские длинные. Нет. Да, как мне? Итальянцы маленькие. Нет, длинные. Они да. Еще а заворачивают. Как знать, итальянцы маленькие? Длинные, я говорю, итальянцы. Длинные? Да. Вон мандарины по 20. Приходите. 26. Это тоже мандарины, да? Такие большие, да. Крупные? Да. Греция? Нет, это уже итальянские. А, эти итальянские, да? А эти мелкие? Это испанские. Испанские. Спасибо за информацию. Яблоки 10. Семеренко. Семеренко 7 даже яблочки. Голден 10, Семеренко здесь 8. Шпинат по 5, крапива по 8. Да, правильно женщина сказала, есть разные люди. Кто разрешает, кто нет. Редиска. 40. Вообще дорогие. Вот тут и наушники. Это чапа. Да. Шашлычка. Огурцы эти чьи? Чьи огурчики? Турецкие. Турецкие. Да, всем здоровья, удивительные чапы. Турецкие огурцы. Да, женщина возмущается. Так, капусты нет. Молдова. Житидова. Женщина возмущается, но берет, что делать. Куда деваться? Кушать-то хочется, правильно? Все, ладно. Я иду на выход. Все, смотрите видео до конца. Всем хорошего дня, мира и добра всем. Вот здесь я кошки когда-то брала корм, сюда приходила, здесь вроде подешевле было, чем в магазинах, естественно, в этом фуршете. Все, иду я на выход уже, много народу. Одно видео сделала на 10 минут. Вот смотрите, 10 минут. Кто говорит, что короткие видео. Вот на 10 минут я сделала. Ставьте плюсик, кто. Вот давайте посмотрим. Кто. Ставьте плюсик, кто посмотрел видео до конца. Все, всем хорошего дня. Мира, добра, благополучия. И берегите себя. Пока-пока.